Как рассказал водитель фуры, проводку он не знал, а груз подобрал в Канске попутно, чтобы подзаработать денег. Не мой прицеп, от меня накладно. Ну а как он оказался, что вы-то управляете сейчас? Потому что машину поломал, я зацепил его. То есть о том, что вы везете, вы не подозревали? Нет. Прицеп оказался груженным коробками, в которых вместо акриловой краски для мебели находилась виноводочная продукция разнообразных марок на любой вкус. Водитель не имел абсолютно никаких документов на груз. В настоящий момент прицеп помещен на охраняемую площадку отдела ГИБДД ангарской полиции. Водитель в отделе полиции дает объяснение по факту случившегося, а сотрудники АБЭП выясняют, откуда и конечный пункт движения фальсифицированной водочной продукции. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ольга Дерибера, Владимир Селиванов, «Местное время».